радость дом. Мой сон оказался правдой, это он. Наконец родился сын сладкий мой. А мы так ждали этой день всей семьей. В небе появилась яркая звезда. Папа с мамой будут рядом всегда. Бога молю, чтоб весь твой путь земной проходил всегда под счастливой звездой. Самый желанный, наш долгожданный, самый родной мой сынок. Жизнь продолжается, ты улыбаешься, маленький мой ангелок. Самый желанный, наш долгожданный, самый родной мой сынок. Жизнь продолжается, ты улыбаешься, маленький. Сыночек, смысл моей жизни весь. Ты в этот день рождением своим подарил ты праздник лучше всем родным. Весь этот мир открою для тебя. Здоровым и счастливым будь всегда. Ты подрастай скорее, мой малыш. У мамы на руках так сладко спишь. Самый желанный, наш долгожданный. Вас так и тут ждал, девы лалей.
Тебя
за тебя отдать и жизнь свою готов. Бармен, налей всем от меня, угощаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнят меня. Бармен, налей всем от меня, угощаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнят меня. Стакан мой полон, друзей вокруг так много. Когда пусто снова исчезают пустослов. Когда стакан мой полон, друзей вокруг так много. Когда пусто снова исчезают пустослов. Допив до дна, позабыли друзья. Налей, налей им от меня. Бармен, налей всем от меня. Ушаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Бармен, налей от меня. Угощаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Бармен, налей всем от меня. Ушаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Бармен, налей всем от меня. Угощаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья. Завтра снова не вспомнят меня. Для нас ты
радости душа. В сердце твоем только доброта. И сколько ни прошло бы лет, для мамы с папой ты яркий свет. Желаю верных друзей, много-много светлых дней. Живи достойно, не забывай, любим тебя, ты наш малыш. Ты же знаешь, папина ты гордость, мамина ты сладость. От судьбы награда, всегда тебе мы рады. С тобой по жизни рядом мы, родные твои. Папина ты гордость, мамина ты сладость. От судьбы награда, тебе всегда мы рады. С тобой по жизни рядом мы, родные твои. Ты же знаешь, папина ты гордость, мамина ты сладость. От судьбы награда, всегда тебе мы рады. С тобой по жизни рядом мы, родные твои. Ты же знаешь, папина ты гордость, мамина ты сладость. От судьбы награда, тебе всегда мы рады. С тобой по жизни рядом мы, родные твои. С тобой по жизни рядом мы, родные твои. Сколько оно стоит? 1000 рублей. 1000 рублей вот это. Полторы. Так, иди.
Еще что? Да, вот это. Еще? Вот это. И еще 1000, 4000. Так, сороковуз я вам записываю. Сороковуз. Да, 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 кстати, вы. Давай, хотишь тогда давать, это удобно. Да, рукой младенцу записываю. Здравия запишу. Господи, помолимся, Господи, помилуй. Господи Боже, Вседержитель, Отче, Господь наш, что Христа, все Христос словесное же, и бесславие Слово Твоим создавшим, и вся отнесущая во еже быть приведа, Тебе молим, все Тебе просим, Твою волю спас и все рабу Твою, или совет, да? Отдай ребенка, отдай ребенка, встань сюда. Господи Боже наш, пришедший, спасибо, честь, мечты, на работу, или совету. А ты? А ты что? Нет. Ты мать ребенка? А это хлёстная. Господи Боже наш, пришедший, спасибо, род человеческий, на работу, или совету. Подобие чистоте в пресвитерству, входа храма слава Твоя. А мы сквен Тебя, сквен души, Господи, чудеса дней. Твое достойное лечение, чувствовать тело Твое, Твое, к святи, спасай, вечное грешное. Сосед Святой, Господи, Бесный, Бог, Боже, очисти меня грешную и помилуй меня. Еще раз. Боже, очисти меня грешную и помилуй меня. Еще раз. Боже, очисти меня грешную и помилуй меня. Целый крестик. Иконку Ивановича. Так, свечки надо поставить, и воду. Ага, все, крестная берет. Мальчик. Марина, Марина, слава Богу. Вставай рядом. Чувствую себя, да? Христианин. Они будут вам все время говорить так. Ну-ка давай, веди его в церковь. Причастись. Правильно. Помолиться, пойдете в церковь, помолитесь. Mm-hmm. Как зовут? Mm-hmm. Назовем Алексей? Алексей. О, Алексей, человек Божий. Да. Скажи, Боженьку, прости, Алексея. Вот надо. Mm-hmm. Вот крестные. Вы будете, когда встанете на суд пред Богом. Были за кого-нибудь поручителями, когда в долг кто не брал? Не были? Да, это не дошло. Вот, слава Богу. А вот если вот когда ты крестный, вот это ты уже поручитель. Я понял. Предстанешь пред Боженькой вот перед ним. И предстанет кто? Алексей, мать его Елисавета. Отец кто? Вот она. О, отец встанет. И они тоже встанут с вами рядом. И Бог спросит. Ну-ка дай ответ за сына своего. Ну-ка дайте ответ за своего крестника. Ты будешь отвечать. Понятно?
Он царем небесный, тешит душу, и снижает, если взять спалы, сокровища, и грехи на землю падает, придет все истины. И очистит от всякой скверны, спаси, блажи душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый Святой помимо нас, святый Господь, святый крепкий, святый Святой помимо нас, святый Господь, святый чуть. Святый Бессвятый помимо нас, слава Отцу и Слава, Святой Духу, и Господа Богу. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти верхи наш, Владыка, проси, Господи. Господу помолимся, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да знамется свет лица Твоего, гарома Твоего, Алексия, и да знамется крест единородный сын, да в сердце же помышления, во еже бегствует и мир, и от царка лукав навет и враг по сушку и леди Твоим. И дашь, Господи, от речи прибытием Ты святом, на нем совокупляем, во время благопотребления, Церкви, святей Твоей Церкви, совершаем и страшен Тайн Христа Твоего, да по заповедям Твоим жительством и сохраним Твою печать нерушимую, получив блаженство и изгнанных во царстве Твоем, благодатью и человеколюбие народного Сына, снижу Твой Сын Христа, благим, что речь Твоим Духом, на Небесу и Духом. Радостью, благодатной, Богородице, Девы, Сила, Сердце, Солнце, Правда, Христос Бог наш, посвящай свой счет, не все святые спящие, праведные, преводные, сводят душу нашу, дальше нам воскресенье. Господу помолимся, Господи помилуй. О имени Твоим, Господи Божий, истинный народ Твой, Сына Святаго Твоего Духа, возлагая руку мою на раба Твоего, Алексия, сподобавшиеся при белом Тебе святом имени Твоему, и под кров крыл Твой сохранитесь, оставь от Тебя вету Он крест, и исполнишься в надежде Тебе. Да разумеет, как и Ты есть един Бог, истинный народ Твой, Сын Господь наш Иисус Христос, и святый Твой Дух дашь во все заповеди ходите, и угодно Тебе сохраните, и окажешься Твоей сей человек жив будет и напиши его в книге жизни Твоей, соедини и старт наследия Твоей, простая Сын Твой Святой, не возлюблен Твой Сын Господь наш Иисус Христа, и животворящий Твоего Духа, да будет очень взирающий на Него, милости вы, и уже доежу слышный глаз моления Его, возвесели, дели рукой во всяком роде Его, без повесите, поклоняй и славя. Имя Твое великое и вышнее, и восхвалься дни живота своего, и тебя по всей силы небесной Твоей славы, Отца и Сына Святого Духа, не близкой похороны. Господу помолимся, Господи, помилуй. Запрещай Тебе, дьяволе, Господь, пришед в мир, и вселился в человечество, да разрушит Твое мучество, и человек избит, и же на древце противно сил победил, солнце помеж, и земле поклебавшись, и гробом обрезающим, и телесе святых устающих, и же разруши смертью, смертью, празднее мучив, держал всей смерти, все из Тебя дел, запрещай Тебе, Богу, показавши дверь живота, и уставшим Тебе, и главное оружие обращающее, то есть запрещенным будет. Он Богу Тебе запрещаю, входившим, яко по сухую ключу морскую, и запретившим боль ветров, и Божье зрение сушит бездны, прещение расстоевает, горы той бы ныне запрещай, Тебе нами, убойся, зиди, оступи, под создание сего, и да не возвратишься, не желтоящийся в нем, не же досрящийся, или действующий, ни в ночи, ни во дни, или в часе, или в полуде, ну а Ты результат ты даже, долготов великой дни судно убойся, Бог, сидящий на крыле, и презирающий бездну, и Божий трепещут ангели, архангели, престоли, Господь, началась сил, многочит хрюмишь ты, глаз Серафим, и Божий трепещут небо и земля, море все я же в них, и земля ступи, под запечатанную новоизбранную волю Христа Бога наша, по ним тебе запрещаю, ходишь на другу ветреную, творящий ангел свой огонь палящий, и зайдя ступе, создать себя со всеми силами, и ангел твой как простая имя, от Отца и Сына, Святого Духа, и Христа, и Духа, и Господу помолимся, Господи помилуй. Бог святый, страшный, славный, во всех грех, крепче своим стяжим, не следи, следи, то предпринадлив, тебе дьявол вечный мигтовый, нами доступен его рабы повелевай, тебе все с поспешным гасим наступите, от нас печатанного, именем Господа нашего Христа, и Сына Бога нашего. Запрещаю тебе, убы все лукавы и не
чистому я и скверную, и омерзенному, и чуждем дух сил Христа, всякую власть имущную, бессильной земли, легшим, глухому и немому дему, изведя человека, да и к тому меньше него. Отступи, поставь твою сущную силу, еще на свине власть имущество и лешим, тебе по твоему прошению остаться мною в ней. Любовь Бога, и Божьим повелением земля на водах, утвердишь создавшим небо, и поставшим Божий стадо, то ли и положим песок в воду предел. В воде сели, сезет дверь, прикасающийся горам, для мяса содеваешься, это не прорезу. Простейшее небо, я похож, покрывающий по водам прибедных свят. Основающую землю на утверждение, я не преклонится во веку, я призываешь воду морскую и проливающую на лице всей земли. Изыди, отступи, отъешь ко святому посвящению, готовящий. Запрещаю тебе спасительным страданием Господу нашего Христа и честны его тело, и свое пришествие, его страшное время, не коснуть судья всей земли. И тебе с поспешной твоей силой мужик, день обувь, когда ты промежь. И ты черт не всю партию убью Барса, я поддержав Христа Бога, наш отцом святым духом, небесным покормил. Господу помолимся, Господи, помилуй. Господь, слава Божий Израиль, представляй всякий дух и всякий яд, призри. На раба твоего взыщи испытай от жене от него вся десять дел, запрети чувство духа и жене, и очисти дела руку твою от другого другую. Если круши стану подлость его, вскоре и дашь победу на него, и нынче стей его дух, я когда тебе милость получу, сподобись бессмертный весной твой тайн, слава тебе насылай, отцу и сыну, святому духу, и блеснею, и крику, помилуй, Господу помолись, Господи помилуй. Сын владыка Господь сотворил человека по образу подобию, дай ему за жизнь вечной. Даже от ваших грехов не презрен, но укрыл человеческими статками, спасение мир, сам создатель, все избавь от работы враж, прими царство его при небес, отверзи очи мысли, воежа зрительный при священии в ангел, сопрези жива дому и югу, ангел, свет избавляющий, от всякого навеса, что ближайший, зритель, в упадлен, полук, и мечтаем рукав. И жени из него всякую ковру, сотрет недвящих сердце его. И жени из него всякую ковру, сотрет недвящих сердце его. И жени из него всякую ковру, сотрет недвящих сердце его. Духу прелести, духу лукавства, духу долослужения, всякое лихоесть, духу лжи, всякое нечистоты, действия, мучения, сотвори, его обча славец, святан, стад, христа, духу честной церкви, это сын наследника, царство, это по заповеди, это в жизни, сверхмечательный решил. И соблюд резвый сквер, получить блаженство святого царства, благодать, ющий народ, человека любви, народного сына, сын живого сына, близкого, и что я считаю, на жизнь, и Бог помилует. Во время крещения происходит чин отрицания, когда восприемники, то есть вы крестные, принимаете решение за ребенка отказаться от служения дьяволу и перейти в служение Богу. Понятно? Так, все, кто сзади, в сторону. Поворачивай. А то скажешь, что к тебе это было обращено. Смотри, лучше отойди. Поворачивайся. Отрицаешь или сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его. Говорим, отрицаюся. Отрицаешь или сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его. Опять говорим, отрицаюся. Отрицаешь жизнь сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и все огорчения его. Опять говорим, отрицаюся. Отрекался Иисус сатаны, говорим, отрекался. Отрекался Иисус сатаны, опять говорим, отрекался. Громче говорите, я слышу. Вот, а то еще раз спрашивают. Надо, чтобы я слышал, а то ведь, кто знает, что вы там рассказали. Может быть, сказать, что ты не отрекаетесь. Поэтому все должны быть свидетели, что вы отрекаетесь. Отрекался Иисус сатаны, опять говорим, отрекался. И дуни, и плюни на него. Дуйте, плюйте на пол. Не на ребенка. Дуйте, плюйте на пол. Поворачиваемся на восток. Сочетоваешься Христу. Говорим, сочетоваешься. Сочетоваешься Христу. Опять говорим, сочетоваешься. Сочетоваешься ли со Христом, опять говорю, сочетоваешься. Сочетался ли со Христом, говорю, сочетаться. И веруешь ли ему, говорим, веру ему, яко царю и Бога. Яко царю и Бога, сказали? Верите? Как читать веришь? Не хочешь? Нет, верю. Никто не может что-то читать?
Никто не хочет. Лучше нас никто. Вот самым грамотным ты жив. Нет. Это он самый говорил просто, да? Да. А то медленно. Ну тогда слушайте, медленно. Верую в единого Бога. Медленно. Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимо же всех и невидимо, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся душа, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшегося, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавше и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение и восставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизнь будущего века. Аминь. Сочетался ли Иси Христом? Говорю, сочетался. Сочетался. Сочетался ли Иси Христом? Опять говорю, сочетался. Сочетался ли Иси Христом? И вновь говорю, сочетался. И поклонись Ему. Говорим, поклоняюся Отцу и Сыну и Святому Духу. Милая моя, еще раз повторяю. Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу. Так, тишина. Я говорю, после того, что я как сказал, надо повторить, что я сказал. Не смешно? Совсем. Благословим Бога всем человек, хотя спасись познание, прийти на непресные во веки, веков аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, призови. Рабатну Его, Алексия, ко святому то просвещение, спаду и великий себе владельцу крещению. Отрещи ее ветка, себя знавижу, вечный спас и тарство, и дух сын синих статус, и дай нам учать, и будет часть царства. Благоволим Владыки народа, сын снежного, сын Христа, благим лишь творящим твоим духом, и не присылай грехов, а его Исаия, царство, отца и сын, стал так на присылах, аминь. Верный Господу, помоги, Господь, помилуй. Во еже святится в Одессе, сын, есть места, кто Господу помоги, Господь, помилуй. Во еже святится в Одессе. Во еже не послать ей благодать и избавление, благословение от данного Господа, Господь помилуй. Во еже единого Святого, Господь, Господь помилуй. Во еже просветить сына просвещением, ради благочестия станет Господь, помолите, Господь помилуй. Во еже показать себя дна не всяко на вету, видимых и невидимых врагов, Господь помолить, Господь помилуй. Во еже достойно быть неизменно в Царстве крещаем, Господь помолить, Господь помилуй. Во еже не тихая. Дяющих в святом просвещении, спасение Господу помолит, Господь помилуй. Но еже показать Сыну Сыну Святослышку, вечно была Господу помолит, Господь помилуй. Но еже быть Ему здравствуй, причастник, Космонетинский Сын Христа Богу нашу, Господь помолит, Господь помилуй. Но еже скромитесь и Ему одежду крещения, обличения Духом Спина, и непорочный день здравствуй, Христа Богу нашу, Господь помолит, Господь помилуй. Но еже быть Ему байки бытия, оставленных духов и одежды тления, Господь помолит, Господь помилуй. Боже, услышьте, Господу Богу, благослови нашего Господа, Господи, помилуй. Боже, избавься меня от всех, кто в небе, Господи, Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, спаси, помилуй, Господи, помилуй.
помилуй. Все святые причастие будет благословение славы, Владычь, нашу Богу Марию, по всем святым поминуши, сай себе, друга без живот, нашли всего рождения, тебе, Господи. Вели всего, отмечу дела, то не один, что огромный будет, пьем чудес, вели всего, отмечу дела, то не один, что огромный будет, пьем чудес, вели всего, отмечу дела, то не один, что огромный будет, пьем чудес, поедем. Ты похотением от несущего ежи быть и привет, и всяческое свое лежал, сидишь и твои, твоим голосом строишь и ты четыре стихи, и твои сечения, четыре времена круг и отвечалось. Тебе ты пишешь, что у меня вся свет, тебе твое солнце, тебе слава, ты на, тебе чувствует свет звезды, тебе слушает свет, тебе ты пишешь звезды, тебе работает источник. Ты простелся, не говоря рукой, что судилась и земля вода, как родилась и морки сколько, ты как дыхание, воздух управлялся, ангельские силы тебя слушают, как ангельские листья, как твои снега, о предстоящие, обретающие страха неприступно славы Ты покрываешь. Ты был Бог, Сын, не описан безначально, жизнь злого, пришел и сразил из рака, а не воды. Человечество Бог не потерпелось, и Владыка на свете родился, и презреть отдела мучил его человек, что пришел и спасался, и исповедуем, спасли нас, и поведуем благодать, проповедуем на святой благодетель, сестра нашего освободилась, и здесь на святой святой Божество Твое. Вся Тва, Господи, это я, что Ты был Бог наш, на земле явился человека пожилось, и ты отдал нас тебя светился с небесным, спасал святого духа, и главы там не меняющиеся, сокрушился с ними тучи, только не стали духа, и ты и дашь им благодать избавление благословения Арданса, вторых видит тень источника, священный дар, грехов разрешение духа, сын, девушка, сопротивно сильный, поступ ангельской крепости, что бежать от меня, лишь создать. Я к этим после превративной славы страшно сопротивно. Раздевай медок. Так, секунду. Сейчас мне ковш. Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица, не остави нас своей вечной и доброй молитвой. Вознеси над нашими головами и душами аки голубица, светлую, явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога, умоляющая. Молодцы, царь Божий, Алексей, показавший Елеем радость, благочестие, исцеление души и тела, на пути и услышание веры, лучше твои захвариться, удаляющая. Заповедь Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, радостью на сердце исполнение. В покаянии сердце ты душевной скорби победительница. Вседержавная царица всяким человеком наставление. Христа Бога ручая и веру православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, Богородица, не остави нас своей вечной и доброю молитвою. Облачается раб Божий Алексей, царь.
Батюшку зацепил. Сейчас он опять крутил эти полосы. Готовь. Нету распашонок у вас беленьких? Беленьких распашоночек нету? Подруги едет, как? Беленькие распашоночек. Маечка там что есть? Беленькая только, беленькая, да? Но она с рисунком. Нет, рисунка. Да, она чисто белая, как ангел. Из грехов. Чистый должен быть. Я сам я. Благословение Божье Статую его, сохрани его, в священии только благословенности, двери, славы Твоя, все починаю, просите Твоя слава, чистоте, правду, жизнь, и отца, и все, что вы граждане, воскресенье, святые, 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 Печать дар Дух Святаго, аминь. Печать дар Дух Святаго, печать дар Дух Святаго, аминь. Печать дар Дух Святаго, печать дар Дух Святаго, аминь. 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 Печать дар Духа Святаго, аминь. Печать дар Духа Святаго, аминь. Печать дар Духа Святаго, аминь. Крещается от воды и Духа Святаго. Когда ребенок крестится в воде, Дух Святой сходит на ребенка. И после этого миром помазывают ребенка, накладывают на него печать пребывания Духа Святаго в нем. Один раз помазывается миром в жизни. Второй раз только на царство. Почему говорят цари, а не помазанники? Царей помазывают. Это второй. Да, только царей. А так один раз только. Печать накладывается. Свечки.
Я к тому не работайте на веку, умерло вовлекитесь от греха, а через роком себе сто веры. А я и жив будете с ним. Верующий я вам Христос восстал к месту, тому же не умирает, смерть ему тому не обладает. Я живу в греху, где же живу живет. Так же вы умышляете веру. Живым же метр, увозуйте греху, живым же с Богом и по Христе Иисусе Господи нашего. И мудрость просим, услышать Святого Евангелия, мир всем, и Духа Твоему. От Матфея Святого Евангелия, чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе, вон мы. Во время вон иди на 10 ученицы, и дочь в Галилее, и гору, а чтобы вели им Иисус. И видишь их, поклонишь им сию воду, и услышишь им Христу Христу. Речем надейся, и власть на всякую, власть на небеси и на земле. Шеши научитесь, айзи крестящие, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учащие блюсти всяких заповедов вам и все, а с вами есть во все дни до скончания века. Аминь. Господи, помолимся, Господи, Владыка, Господи, Боже наш, времени, Остригается раб Божий Алексей во имя Отца. Святого Духа. Аминь.
умный будет мальчик. Золотой. Нет, он будет не просто умный, он у вас будет командовать. Командовать над всеми вами будет. Главный будет. Как зовут? Два. Три. Помимо нас может войны сидеть, еще молится, слушай, Пане Господи, еще молится о милости жизни и здравия, спасения рабов Иоанна, Марии, инолунно-священных, Алексея. И подашь в гос. Израиля, Господи, со всем Богом посвящение, Господи, 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 я принесу человек, Господи, Богу, Господи, Славу, 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 Господи, Славу, Господи, Христос, истинный Бог наш, молитва пречистая своей Матери, святых ангелов хранитель, святаго Алексея, человека Божия, всех святых помил, спасет нас, всяких благ, учил и век помил. Совет, иди сюда, где она? Сейчас пойду усерковлять, иди ко мне. Вот здесь вот перед возвышенностью надо будет сделать три земных поклона. Знаешь, что? Почему? На колени надо встать. На колени, три раза. На колени бросить. Потом возьмешь шаблон. Хорошо. Она сказала, что со стола потрогала. Замерз. Ну давай, обверни нормально. Обверни нормально. Так. Вот. Братья, сестры, дорогие, люди добрые, родные, я прошу у вас немного, вы молитесь Бога. Братья, сестры, дорогие, люди добрые, родные, я прошу у вас немного, вы молитесь Бога. В небо синее взгляните, руки в небо протяните, чтоб все люди на земле жили в мире и добре. Всегда вы цените, люди, жизнь, она одна. Братья, сестры, дорогие, Бог один на небесах, люди добрые, родные, только знайте, все святое есть у каждого в сердцах.
добрые, родные. Только знайте, все святое есть у каждого в сердце. Thank you.
Поздравь, пророк. Пророк. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Не снимай. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Черную пятницу на Юрбис. Thank you.
Счастье, что вместе собрались сегодня с семьей своей. Горит очаг, и значит, в доме все счастливы.
очаг горит, мы все будем помнить, чему нас учили старики, те мудрости жизни, что в доме отец всегда хранит, мы детям расскажем, что мы через годы они свои. Горит очаг, и значит в доме все счастливы. Горит очаг всегда теплом неповторимым. Пусть не погаснет никогда в родных стенах горячак. Живи, моя семья. В родных стенах горячак, живи, моя семья.